Туары. Вот. Лунный камень. Сейчас несколько штук. Сразу же давайте десятку, может быть. Лунный камень, правильно, да. Обычные. И вот этот вытаскиваем. Так, я его, кстати, могу сразу же запихнуть. Физмаг защита плюс 40. Синтез. А, вот у нас еще янтарь есть. Синтезировать. Синтезировался. Так, кролик панда еще раз хочет выиграть. Можешь сколько хочешь выигрывать. Единственное, тебе нужно будет закидывать на другой аккаунт, потому что один аккаунт, один промокод на один аккаунт работает. А, подождите, еще циркон есть, смотрите. 65% шанс успеха. Здесь уже 50 со второго, а нет, 40, извиняюсь. Дошел, кстати, на 3, это хорошо. 2 третьих есть. Шанс успех 35%. Нет, не пошел. А здесь же есть автосинтез, да? Обычный синтез. Автосинтез, во. Синтез начинается при нажатии на кнопку синтезировать. Так, окей. Следующий уровень. Следующий уровень. 4 зайдет? Нет, на 4 не заходит. Так, еще покупаем. Можно побольше их накупить тогда. Потому что там 4 уровень, по-моему, нужен. А второй уровень. 3 штуки аж, кстати, смотрите. Так, синтез. А, здесь можно сразу же поставить вот так, да, правильно? Сука. Я почему? Не пойму. Как она работает-то? Автосинтез. Хорошо, ладно, так будем. Следующий уровень. А что, следующего уровня нет, что ли? Так, четвертый есть. Получаем урон минус 1%. Я думаю, нафиг он особо не нужен, этот урон минус 1%. Я его себе пока что оставлю. Пусть на мне будет. Вот шпинель, кстати, не дешевая. Вот давайте вот 5 возьмем. Сюда закидываем, физмаг защиту закрываем. А 200 купонов, 4к монет, по 3 купона на камень. Ну это нормально, 200 купонов, это нормально, кстати. Я думал вообще 300 купонов, то есть 100 камней, 1 пятый должен сделаться. Если с 200, то вообще идеально. Так, это тоже сейчас десинтезируем их. А мне вот главное на самом деле сегодня сделать циркон пятый. Я буду счастлив. Так, вижу, написал.
Открываем опал. Первый раз зайдет 40%. Нет, не заходит, еще покупаем. Сейчас сразу же третий уровень выпадет. Хоп. Так, еще один трай. Снова не хочет. Дурацкий камень, который вообще нафиг мне не нужен. Хочет заходить на 3 всего лишь. А завтра у меня щит будет. А здоровье ты уже открыл? Это про бомбич у нас. Так, 2 трая есть. Есть, есть, наконец-то. Так, физмаг защита плюс 50. Открываем. Во, он вообще копейки стоит. И третий, и четвертый, кстати, и пятый он тоже нужен. Нет еще. А, слушай, ну я бы... Кстати, третий сразу же, смотрите. Есть, офигеть. Я бы на самом деле сначала бы здоровье с оружием взял. На твоем месте. Так, третий. Там 2/3, по-моему. Физмаг атак плюс 40 есть. А четвертый нам даст мощность умений плюс 1. Закрою как раз. Может быть, еще и пятый получится. Здесь еще мощность ступени. Вот это тоже надо будет делать. То есть бустанемся прилично так. Не знаю, влезут они все, не влезут. Влезли. Окей, начинаем. Дофигище камней. Шанс успеха 65%. Здесь 40 уже. Так, третий. Пошли. Шанс успеха 35%. Есть, один есть уже, отлично. А мощность умений плюс 1% добавляется. Еще один четвертый есть. Так, четвертый, кстати, то, что есть, это очень хорошо, потому что нужно будет делать пятый в любом случае. Сейчас. Там остается только пятый. Мощность умения, да, и еще коралл нужен. Коралл, по-моему, подороже. Так, оникс, что у нас с ониксом? Так, циркон. Сейчас 100 штук можно сразу же долбануть. Давайте 100. Прикиньте, сейчас попаду вот сюда. А четвертый один есть. 1/3, 7/2, 91, ну понятно, да? Полным-полно. Так, где у нас четвертый? Так, задание здесь что-то получил. Так, и на мне четвертый. Во, кстати, смотрите, я сейчас уже могу попробовать синтезировать. Ну-ка, 2 четвертых есть же. А шанс 30%. Есть! Прикиньте! С первой попытки! Пятый есть, вообще великолепно. Это я себе оставляю.
Если сейчас еще на 6 зайдет, вообще очень круто будет. Но надо в коллекцию добавить. Физмаг защиты плюс 50 и эффективность зелий восстановления хп плюс 50. Это очень крутая пассивка будет. Так, от меня ребята там не убежали? Нет. А, все, давайте синтезируем. Потом открою снайперку и пушки или пульки. А, ты посмотри там, где чего-то там можно добавить. А, два чего-то. Я вот не помню, то ли снайперка. Снайперка, по-моему, одна. Надо посмотреть. И потом мне попозже напиши. Так, а что у нас происходит? Обычный сил. А, это вторые, окей. И первые остались. Следующий уровень. Давайте следующий темп. Что оно сбрасывается, кстати? Какая-то дичь. Непонятная. Может, я быстро нажимаю? Они ломаются, ломаются один с другим. А вот сейчас пошли. На 3 же легко, в принципе, 40%. Так, следующий, попозже. Так, давайте-ка здесь еще понаоткрываем вот этих. Если 6 сделаю, я просто буду счастлив. Проверьте состояние сервера Lineage 2 Evolution. А каким образом я могу это проверить? Playgun. О, пошло. Там, видимо, проблема была из-за того, что я монстров еще бил. Вторые. Что-то мне, кстати, кажется, маловато было. И ладно. Ой, по-моему, они ломаются, ломаются, ломаются. Прикиньте, они вообще там на 4, шанс 35%, их куча переломалась. Прям куча-куча переломалась. Ни о каком 6-м там речи даже не может быть. Итак, сейчас еще раз. Четвертый один есть сразу же. Так, вот эти я, кстати, хотел открыть. Где они у нас? Сундуки висят где-то. Вот они, сияющие сундуки. А, прикиньте, кстати, есть. Ну-ка. С первого раза на третий заходит. Еще есть? Прикиньте, сейчас на четвертый зайдет. На четвертый! Если сейчас на пятый зайдет, то будет что-то нечто. Нет, окей. На пятый не зашло. Так. 1 четвертый, 2 третьих, куча вторых. А у меня, кстати, есть 2 четвертых уже. Ладно, не будем. Вот так делать.
Так, открываем еще. Блин, я уже не вижу, у меня вообще глаза. Вот они. Это какой-то баг. Вот я нажимаю, ничего не происходит. Ну что это такое? Так, окей, вторые пошли. Может быстро не щелкать? Вообще просто. Они не точатся вообще абсолютно. О, пошли хоть. Так, сброс. Третий, кстати, немного. Блин. 35%. Так, шанс успеха 30%. Есть сколько? Раз, два, три трая. Ни один не заходит. Шанс маленький. 30%. Ну, 30%, блин, 4, 3 раза пробовал. Должно было зайти. Хоть один должен был зайти. Так. Сундук, вот он. Постоянно теряется. Так, второй уровень. Вообще что-то прям очень-очень тяжело идет. Четвертый есть один, второй. Так, снова, короче, 4 попытки есть, шанс 30%. Пипец. Шанс 30%, я 6 раз не попадаю. Ну вот как это, блин, ну это гониво. Здесь вообще легко идет, смотрите. Вообще! Шпинель на 4-й зашла. У меня, кстати, есть шпинель 4-й. Если сейчас это с этой синтезируется, то будет круто. То я буду счастлив. 30%. Нифига не зашла. Нифига она не зашла. Снова в 30% никак не могу попасть. Так, тогда все, последнее добиваем. Рандом пипец какой-то дурдом. Не рандом, а дурдом. Ну пятый бы вылез сразу же, а. А, кстати, вот эти вот надо. То есть, а, все окей. Кстати, я хотел вообще лунный камень еще пятый сделать. Ладно, короче, мне надо будет еще скупать. Еще скупать, на следующем стриме я точно продолжим. Но еще и этот стрим не закончился. Так, 20:46, всего лишь час в эфире.
Прям 4 подряд было. Так. Последняя попытка, пацаны. Шанс 30%. Шанс 30%. Ну? Есть! Ну, наконец-то! Ну, хоть так, окей. Я, короче, вот сюда закидываю его. Потому что на мне шестой, и он, в принципе, нафиг не нужен. А янтарь... Янтарь у нас дешевый, то есть я его сделаю однозначно... 5 уровня, сделаю его за 2 дня. 2000 или монет, 100 штук. Янтарь на сколько стоит? По-моему, он вообще дешевый. По-моему, одна. То ли один, то ли два. Купон создания один стоит. Я, может быть, даже завтра сделаю. Ну-ка посмотрим, он у меня остался. А, у меня, кстати, прикиньте, еще и четвертый у меня здесь есть. Так что все вообще великолепно. Великолепно. В любом случае немножко бустанулся. И рад то, что циркон сделал пятый. Была сила крит атак мак умений плюс 11, стала. Была плюс 8, стала плюс 11.